Еще весной в государственных аптеках Подмосковья приобретали 30-50 тысяч масок ежедневно. Сейчас в разы меньше. И дело не в безответственности жителей. Просто купить это средство защиты теперь можно практически везде. Продаются маски одноразовые в нашей аптечной сети по самой дешевой цене. После мониторинга на территории Московской области это 5 рублей. Маски продаются по 10 штук, по 50 штук и по 100 штук. Сейчас в государственных аптеках региона и на складах порядка 5 миллионов масок. Перчатки и антисептики тоже в достаточном количестве. Этого запаса при установившемся спросе хватит на 3 месяца. Но даже если покупать станут чаще, дефицита все равно не будет. Мы готовы будем купить маски дополнительно у поставщиков, которые производят на территории Московской области это изделие защиты. Достаточно в аптеках Подмосковья и лекарств, антибиотиков, иммуномодуляторов, противовирусных и других препаратов. С 1 октября мы начинаем закупать препарат, который имеет международно непатентованное название фавипиравир, который рекомендован в методических рекомендациях Министерства здравоохранения Российской Федерации для амбулаторного лечения. Впрочем, приобрести большинство лекарств без рецепта врача не получится. А медики напоминают, заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. При появлении тревожных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».